Всем хачки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Age of Magic. Сегодня я зашел просто зайти посражаться в темные компании, посмотреть, какие у меня прокачанные персонажи, похвастаться, поделиться с вами. Вот, значит, добавить друзья, ну, ок, 40-й волочок, а почему бы и нет, значит, за аренку. Получили награды, это классно, это хорошо, это круто на самом деле. Значит, также собираем вот эти вот тоже какие-то задания выполнились. О, блин, прикольно. Только зашел, уже ничего не делал, уже сразу же всего чего-то понадавали. Вот, также надо открыть сундучок. Что у нас здесь за золотишко, что предлагает нам купить? Нет, мы это дело не будем делать. Откроем мы, значит, что? Сундучок. Сундучок бесплатный халявный, который можно забирать 5 раз в день. 5 раз в день, конечно, падает здесь тут, ну, всякое такое, вот, типа клея. Не очень, да. Ну, тем не менее, можно что-то, да, прикупить. Также, давайте быстренько пробежимся, посмотрим, что у нас есть по арене. По арене, что же я хотел накопить? А хотел я к инвенту, наверное, подкопить вот его. Почему бы и нет? Отлично, то есть мы его уже собрали, и получается на 3 звезды сейчас можем прокачать. Подземелье ужасов у меня, к сожалению, пока что недоступно, но уже скоро уже это все дело будет. Так, здесь кого же выбрать? Блин, вопрос, конечно, интересный, но еще будут монетки, поэтому никого. Ответ никого. Здесь тоже, в принципе, никого не можно взять, мало у меня монеток клановских. Собираем еще раз экспишечку, в принципе, вот и все. Так, окей. Окей, ребятки, значит, что у нас? Давайте отправимся в героя, сразу же, если получилось нам прокачать его, то почему бы нет, тем более, что мы сейчас его тоже с собой возьмем, и можно прокачать еще до 39-го очка. Значит так, повысить, конечно же, повысить. Угу, отлично. Ну и тренировать. Так, и тренировать, конечно же, да, нажимаем. Тренировать. Вот, окей, уже что-то на самом деле. Ну, снаряжение, конечно, до 4 у меня везде в основном прокачано. Вот, но уже довольно-таки неплохо все это дело. То есть у нас уже команда довольно-таки неплохая собралась. Именно в темную вот эту вот темницу. В темную локацию. Так, что такое? Нет, тренировать никого больше пока что не буду. В принципе, вот давайте я покажу, что у меня сейчас есть. 3 звезды. Ну и вот эти вот ребята по 2. Это уже ребята пошли по одной. По одной. И есть вот еще тоже 2 звезды, но он не прокачанный. Вот никаким образом. Но в принципе его стоит, наверное, покачать. Тем более, что он уже прокачался. И чуть-чуть, буквально один из фрагментов. И он будет уже в 3 звезды, поэтому я его тоже буду качать. Вот, а раз уже так все классно складывается, почему бы и не покачать его в 3 звезды? Это уже довольно-таки интересно. Вот, так что вот еще здесь персонаж немножко качаются, немножечко. Готовлюсь я сейчас к инвентику, вот к этому у нас у кубу. Попытаюсь еще там сколько, 10 фрагментиков на него получить, или 15 там сколько сейчас дадут. Но больше, соответственно, не получится. Герои слабенькие. Вот. Ну и вот скоро ловачок. Так, предлагает нам за 600 рублей приобрести вот этого персонажа. 599, окей. Так, закрыть, конечно же, не хочу я тратить свои бабосики. Также мы выполнили опять какой-то квестик и получили экспишечку. Нет, бабочок мы еще не получили. Темная компания, поехали. На самом деле, темная компания очень довольно-таки легкая теперь должна проходиться, потому что мы сейчас находимся всего лишь навсего на... Ну вот видишь, я как прошел, мало. Темную кампанию я очень мало прошел, мы находимся всего лишь навсего во втором акте, и прям начинаем второй акт, я не знаю, давайте посвятим, наверное, прохождению минут 15, быстренько мы сейчас, я думаю, зачистим, потому что, ну, блин, друзья, спасибо вам, что вы есть, что вы добавились, что кто-то присоединился, ну, я пока что не буду брать никого, потому что я думаю, своими силами мы это дело пройдем. Вот, значит, вот этой команды все практически прокачались до 3 звезд, кроме главного персонажа темной компании, соответственно, вот как-то вот так вот. Потому что, блин, компанию я редко прохожу, а вот какие-то там моменты,
не участвуют, да. Поэтому, получается, персонажи качаются. Не главные, которые, по идее, должны быстрее прокачаться, главные персонажи. У меня прокачались, получается, все, кроме главных. Значит, вот у нас тут диалоги. Видашечка. Игра мне нравится тем, что здесь очень много видео, очень все это, блин, ну классно. Не просто какие-то там титры выпадают, а именно вот... Именно все так. Три волны у нас. Давайте первого вот этого мага. Давайте сразу же заюзаем вот так вот. Команда у меня на данный момент вот такая. Так, минус. Нет, не минус. Ты представляешь, он мощно стоит. Так, давайте все-таки убьем всеми силами. Окей. Баф. Хорошо, что у нас вот эти вот орки есть, которые или кто они там. Они друг друга, по идее, вот если вот так кликать, они друг друга, видишь, бафуют. И это очень классно, что такая вот команда собралась. Также можно, в принципе, бафнуть еще у ворот, к примеру, да, то есть и там замедление хода, а здесь у ворот. Конечно, я зря это использовал, но я показывал тебе. Вот, окей. До сих пор еще какие-то бафы на них висят, и это, в принципе, очень классно. Значит, давайте массовую вот эту масс-атак сделаем. Ну и здесь, в принципе, без разницы, кого атаковать, потому что, ну, они вот все вот они стоят, и, в принципе, вау, с первого удара, в принципе, круто. Так, хорошо пойдет. И, в принципе, вот у нас еще противнички, боечек. Давай-ка. Моя команда может защитить, я знаю. Они мощные, они уже сильные, они уже прокачанные, ребятки. Я уже столько их прокачал. Я даже сейчас не выбираю, кого атаковать. Я атакую уже те, кто выбираются. Потому что, ну, без разницы. У нас есть, в принципе, на какие-то подстраховки хил. Единственное, чтобы хила, если кто-то не выносил. Ну, я этого не допущу, конечно же. Я не допущу, чтобы кто-то погиб в этой команде при вот таком вот раскладе. При таких противниках я в любом случае либо воскрешу, либо подлечусь тогда уж. В крайнем случае что-то да сделаю. Вот, окей. Все, мы здесь победили и, в принципе, получили фрагментики и прочие ништякосики, которые вот горят, что, в принципе, они мне для каких-то целей нужны, чтобы экипировать своих бойцов. Также, возможно, вы на заднем фоне услышите возгласы там сына, и он играл там. Сейчас, возможно, он хочет сюда пойти, а я только вот начал писать видосик именно по этой игре. Надеюсь, он дождется меня и не будет мне ломиться в дверь. Будет тогда не очень хорошо. Вот. Значит, у нас заставочки. Вообще, игра классная. Много видео. Игра яркая. Разные компании. Добавлены там, не знаю, арена, добавляются инвенты. В принципе, игра очень-очень красочная. Мне она нравится, вот, ребятки. Она мне определенно нравится. Потому что, ну, не знаю, она классная. Реально она классная. Разработчики, они прям хорошо постарались, они красочно все это сделали. Офигенно. Конечно, да, она пытается вытянуть с нас донат, да, вытянуть с нас денежку, но, блин, какая игра бы не хотела это дело сделать? Просто каждый по-своему это дело делает. Вот, ну, поделюсь секретом, я говорю, я ни копеечки сюда не задонатил. То есть, вот я прокачиваюсь именно так, как я есть. Конечно, это, возможно, долго, вот, но, блин, это можно сделать. То есть, не напрягаясь, качаться. И, в принципе, у тебя все получится, прокачаешься, и будешь мощным, будешь сильным, и еще сильнее меня, соответственно. По-любому, потому что иначе никак не может быть. Потому что я не играю практически в эту игру, я так чуть захожу. Я только прохожу на автобоях, и все. Трачу золотишко, которое зарабатываю здесь же в игре, да, и трачу их на вот эти сферы, на проход. И все, я только прохожу ими. То есть я вот так вот не сражаюсь. Поэтому у меня сюжетка практически простаивает, и я ничего не делаю. Так, минус один, отлично. Мощно бьют ребята. Прям на трех звездах они уже просто нормально показывают себя. Почему я такую команду именно создал, вот этих вот орков, на прохождение инвента, да, по фрагментам вот этого енота, вот, именно эту команду. Ну, они у меня в первую очередь начали прокачиваться, я их просто докачал и все, то есть добил. Не стал переключаться, там выбирать более лучших, там еще чего-то там. Прокачались. Все равно тут банду довольно-таки большую придется качать, чтобы полностью пройти инвент. Вот. Так, третий раунд у нас, кстати. Я что-то заговорился, надо у ворот делать. Это по-любому. Это даже не обсуждается. Давай-ка вот тебя мы убьем. Мне вот, в принципе, он вообще никаким боком не нравится. Давай, минус один. Ах, ты провокацию сделал. Ах, ты какой нехороший, что ли.
Ай-яй-яй-яй, все, подхилился. За счет остальной команды он взял, подхилился. Мне не нравится мне в плане всего вот этого. Ну и ладно. Так, минус. Хорошо, теперь ты. Вот и все, тебя нету. Так, хорошо, дальше. Давайте вот так. Отлично. И последний противник. Но я его не добью. Вот сейчас, да. Вот сейчас, да. Команда Топач. Топач моя команда. Мне она нравится. Вот. И когда прокачанные персонажи, да, противники слабые, блин, ну это прям реально приятно играть. Понимаешь, не когда там сливаешься раз, второй, третий, пятый, и ты уже весь горишь, бомбишь, уже все полыхает у тебя. Вот, не только зад, вообще все уже полыхает. Ну, ты понимаешь, это не очень охота просто выключить игру и больше не заходить в нее. Вот, а когда прокачано, да, приятно играть, осознавать, что ты сильнее, вот, сильнее там на арене, сильнее там, не знаю, в сюжетке, это очень приятно. Вот, хорошо, значит, что у нас здесь? Здесь у нас противнички, да, в принципе, такие же, те же самые, ничем не изменяющиеся. Так, поехали, поехали. Единственное, конечно, было бы интереснее, наверное, все-таки сыграть и на моменте с боссом побиться, вот взять кого-то, наверное, в команду, там, союзника. В принципе, друзья, у меня очень тоже есть кто-то по 3 звезды прокачанный, и даже по левачку немножко побольше меня превосходящий, вот. Что, в принципе, очень классно. Так, вау. Цуна появилась. О, зомбяки. Она будет против нас? Нет? Ну, вряд ли она будет за нас. Она будет за нас, ну, позже. Сейчас она, если только будет, то против нас. Зомби, давай, тащи вот этого. Тащи, ты уже почти дотянулся. Дотянулся его, давай, хватай. Помогай мне. Помогай. Вот, бери руки. Ты видишь, что он делает? Он прям за ногу тянет уже нашего орка вот этого. Блин, это вообще не понятно. Тут он, значит, не дотягивается, а тут он дотягивается. Сейчас возьмет нашего орка, утащит, и что мы будем делать? Вообще ужас какой. Руки прочь от моего орка. Вот какой. Хватает его, хватает. Орку вообще пофигу на это дело. Его там гладит, наверное. Стоит, ему хорошо. Так, что ты? Минус, да? Ты минус? Ну, отлично. Минус, отлично! Так. Вторая волна, да? Окей, вторая волна минус. И остается последняя, третья волна, ребятки. Третья волна, волна. Так. О, Цуна против нас все-таки, да? Ну, здесь на самом деле вопрос спорный. Либо его убивать, либо Цуна. Цуна с уворотами замучить. Давай-ка, наверное, вольнем сперва вот этого товарища. То есть, в кавычках, он нам не товарищ. Вот, его быстренько выбьем, чтобы его не было. А теперь, наверное, бафнемся. Бафнемся, чтобы наши орки стояли. Так, Цуна на себя набафала по-любому ворота, всякой ерунды. Мы тоже сейчас бафнемся воротами. Окей, давай попробуем. Отличненько, отличненько, прям вообще нормально, хорошо попали. Ворот, ворот. Давай-ка, массово. Масс попал. Ну, давай ты. Ой, провокация сработала, блин. Да нафиг ты нужен такой. Так, ну давайте, добейте. Добейте ее как-нибудь. Ну-ка, давай, ты по-любому попадешь. Нет, не попал он по-любому. Чё творится? Погоди. Нет, я не хочу так. Давай-ка, вставай-ка. Что ж ты делаешь-то? Цуна, давай-ка. Во, все, ну наконец-то. Сейчас завалили Цуну. Есть шансы, по крайней мере, хотя бы хоть как-то отбиться. Так, давай-ка по щам ему быстренько. Блин, больно. Но, в принципе, неплохо. Все, мы победили. Победили. Но было уже тяжелее. Получили мы наши драгоценные ништяковики. У нас новое достижение. У нас 40-й уровень, ребятки. 40-й уровень. Я предлагаю сейчас... ну его нафиг. Вот эту вот сюжетку темную, посмотреть, что такое вот подземелье ужасов вот этого. Сейчас отправиться туда, посмотреть одним глазком вот так вот, и, в принципе, на этом закончить. То есть посвятить минут 5, наверное, вот этой подземочке, и, в принципе, закончить. Там, побиться один боечек или еще что-то. Потому что мне, на самом деле, очень интересно зайти туда и вообще посражаться. Потому что, блин, ну, что-то открывается новое, это же всегда интересно. То есть здесь я уже видел, я здесь уже знаю. Здесь я потом уже дойду и где-нибудь уже ближе вот здесь вот я сделаю видосик на боссике.
Вот. Доступ к подземелью ужасов открыт. Войди и узнай, по плечу ли тебе это испытание. Игра, ну ты это, шутишь, наверное. По крайней мере, я знаю, что мне это дело по плечу, по крайней мере, в начальных уровнях. А вот потом-то подземелье ужасов твои герои не восстанавливают здоровье и не оживают. А вот это уже интересный момент. А нафига мне тогда хил здесь нужен, а? Вот нафига? Но он у меня прокачан. Давайте попробуем возьмем. Он, по крайней мере, если даже не будет хилить каким-то образом, он бафает у вороты. Что очень-очень классно. Так, значит, мы здесь набрали свою топ-команду всю в 3 звезды. Иначе никак. И пойдем ломать всех и вся, насколько мы сможем ломать. Вот, либо будут нас ломать, что очень было печально. Ну, по крайней мере, один мы боёк, там, 2 бойка продержимся, это точно. Я надеюсь, по крайней мере. Хотя игра уже рассчитана на 40-й лывачок и уже предполагает, что у меня примерно так же и прокачаны персонажи. Плюс, в принципе, я их еще мог на левел поднять, потому что я их сейчас не зашел и не поднял. У меня, получается, 39-го лывака. Блин, ну окей, ладно. Да ты что? Нет, ну команда-то тоже такая же практически, как у нас, но нет, не как у нас. Так, давайте-ка быстренько сносить хила. Если мы не вынесем хила, это будет печалька. Так, у вороты. У вороты, хорошо. И давай-ка быстро выносим хила. Минус хил. Значит, далее. Далее давай-ка вот этого орка вынесем, потому что орк это плохо, потому что 2 орка это плохо. Так, он спрятался. Бафаемся. Окей, бафаемся. Так, он тоже бафается. Ладно, значит, давай-ка вот атаковать вот сюда вот. Вот этот вот противник будет послабее. Поэтому сейчас начнем с него. Минус. Бафаем щиты. Окей, все, пошли. Да мы практически за раз его вынесли. Я его так боялся бить, а он взял и развалился. Хорошо. Так, прилетела мне плюха какая-то. И все. Все, все, бой. Бой, вот он, на изях. Просто на изях затащен. Вау, что это такое? Алмазы, собранные в склепах подземелья ужасов, используются для покупок в магазине подземелья. Это мы дело тоже зайдем и посмотрим, сколько же. Ну, мне кажется, очень-очень надо будет много копить. А почему вы не апнулись, товарищи? Вот мне интересно. 39-й и не апнулись до 40-го. Почему? Ай-яй-яй-яй-яй. Читерство какое-то. Читерство. Окей. Окей, давайте еще боечек, наверное. И на сегодня, ребятки, все. На сегодня это будет все. Просто сегодня такие бои. Не бай. Не спать, а то есть просто сражаться. Вот. Дракончик большой. Прям вообще большой дракончик. Хотелось бы, наверное, с ним как-нибудь встретиться, но... то есть мы, получается, сможем продолжить только через 10 часов. Да ладно. Игра, ну завязывай. Ай-яй-яй-яй. Так, ну хорошо, давайте тогда сделаем что? Давайте просто зайдем в магазин, наверное, посмотрим, что да как и что почем. Что у нас на рынке, что у нас в магазине, вот это в подземелье ужаса. Сколько же надо накопить вот всего-всего, чтобы получить и кого здесь получить? У нас есть 50 только монеток, вот этих вот кристальчиков, и вот такие вот бойцы здесь у нас. Ну, я даже не знаю, кого можно было бы здесь покачать. Даже вот, честно, не знаю. Вот этих ребят я никого не качал. Ну, скорее всего, кого-то, наверное, из вот этих синеньких. Даже не знаю, кого-то буду качать, ну... Если кого-то знаешь, кого лучше прокачать вот из этой банды команды, то пиши мне в комментариях. Вот, возможно, я буду качать именно того, кого ты мне посоветуешь. Так, по друзьям, что у нас горит по друзьям прежде всего? Управлять. Вот мои ребятушки, друзья, которые добавились ко мне, которых, возможно, я добавил, возможно, кто-то сам ко мне просился, добавлялся. В любом случае, ребятки, вам спасибо, что вы здесь, что вы есть. Вот, и многие из них мне помогают именно в прохождении боев. Вот. Ну, а я обычно захожу вот так вот, захожу вот сюда, выбираю то, что мне надо, беру моментально и прохожу вот так. Вот так я и играю, вот так я в основном и прокачиваюсь. Вот. Вот именно вот таким вот образом. Вот так я и покупаю потом персонажа, ну и еще участвую на арене.
Вот, я тебе это дело показал. А золотишко, которое вот у меня добывается, вот это вот, оно везде периодически добывается потихонечку. Я захожу на рынок, покупаю вот эти вот сферки памяти, и, в принципе, все вот именно не сюда, а вот именно на рынок, да? Вот таким вот образом беру себе 20 сферок и пошел дальше фармить именно вот эту вот подземелье, вот эту долину сокровищ. В принципе, классно. И вот почему у меня прокачан вот этот персонаж, потому что я в основном здесь сейчас и участвую. Вот. Не знаю, хочу его прокачать на полную, раз он здесь стоит, раз я... Дальше, конечно, я еще тоже могу пройти, но я еще не пытался там вот дальше вот сюда. В принципе, я могу все пройти. Осталось всего раз и два пройти, и все. И все. И, в принципе, полностью вот эта долина сокровищ уже будет открыта, как получается. Вот. Наверное, ребятки, на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь вашими советами, что да как, кого лучше качать. Вот. Поэтому также делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчик. И всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока-пока.